Сейчас 6 утра, и я не сплю уже в течение часа. Я не люблю ночи. Из-за них я чувствую тревогу и начинаю думать о многих печальных вещах. Я скучаю по Роберту. И я редко вижусь со своей семьей. А как вы справляетесь с этим? Ох, вы знаете, я чувствую одиночество. Как давно вы стали вдовой? С его смерти прошло 4 года, но у меня все еще ощущение, что он рядом со мной. Мы должны создавать воспоминания, чтобы нам всегда было за что держаться. Ты пользуешься интернетом, Джеки? Нет. Моя дочь дала мне это, понимаешь? С этим я должна знать все и обо всем. Но я даже не знаю, как это работает. Сейчас этот мир так сложен. Оу, простите. Да, конечно, ответь. Боже мой. Иду, я иду. Привет, мама, это я. У Боба завтра важная встреча. Завтра мы не сможем прийти на твой день рождения. Мне очень жаль. Может, мы перенесем это на вечеринку Дженни? Пока. Люди сейчас слишком заняты. Привет, Джеки. Это Эмма. Привет. Как ты сегодня? Ох, ты знаешь, могло бы быть и лучше. Мои дети должны были прийти завтра, но зять работает. Мне жаль, Джеки. Тем более, что не каждый день исполняется 80 лет. В моем возрасте дни рождения больше не празднуют. Так, как твои суставы сегодня? Бедра все еще болят, но я гуляю немного. О, твое давление в норме. Сегодня тебе не нужна инъекция. Хорошо, тогда я пойду. Вы не хотите чай или кофе? Мои пациенты ждут меня. Но я зайду завтра на твой день рождения. Прости, что задержала тебя. Пока, Джеки. Пока. И это все. Мой единственный гость за день. И теперь я буду занята до вечера. Ваше здоровье в порядке? Вы знаете, в моей жизни много людей, которые уже не со мной. И я больше не смогу с ними поговорить. Я считаю себя счастливой. У меня есть некоторые проблемы со здоровьем, но в целом все хорошо. День – моя любимая часть суток. Время идет быстро до самого вечера. Но я боюсь ночи. Особенно накануне дня рождения. Для меня завтра не будет нового дня. Он будет таким же, как сегодня. Кто-то звонил? С 80-летием, бабушка! О, мои внуки! Заходите. Перевод и озвучка творческой студии Фронда. Перевод «Light of Christmas». Роли озвучили Эльмира Бестия и Паладин 82.